Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о клевете. Вообще, порочить других людей, используя лживую или правдивую информацию, на мой взгляд, не является признаком действия Духа Божьего. Это всегда демонический дух. Это всегда дух, который противится, тот, который пытается разрушать судьбы, а не созидать их. Давайте маленький такой библейский пример об Иосифе и Марии. Смотрите, что происходит. Давайте мы с вами абстрагируемся на одну минуту от того, что мы знаем конец этой истории, мы знаем ее суть, и просто сядем в ряды обычных зрителей того времени израильского народа. Девушка, которая обручилась достаточно благочестивому мужчине, приходит к нему и объявляет о том, что она беременна. При этом у нее не было никаких сексуальных контактов ни с ним, ни с кем бы то ни было другим, как она утверждает. Что узнал Иосиф? Иосиф узнал весьма негативную информацию о своей невесте. И он не просто услышал эту информацию от третьих лиц, к нему не пришли ее подруги, не нашептали злые языки, она сама пришла и призналась в том, что она беременна. Что делает Иосиф? Знаете, он не начинает разглашать эту информацию, он не становится тем человеком, который начинает пытаться очиститься от нее, каким-то образом откреститься. Он пытается покрыть это дело. Он отпускает, он замалчивает эту ситуацию. И вы знаете, я увидел в этом человеке вот тот праведный дух. Не дух, желающий обвинять, а дух, желающий покрывать. И вы знаете, я на 100% уверен, что настоящий христианин, человек Божий, он не будет клеветником. Он будет воздерживаться, потому что его дух – это дух праведника, дух человека, который трости надломленной не переломит, то есть не добьет, не хочет порочить кого бы то ни было, даже если для этого есть все основания. Но в итоге мы с вами знаем, что это была за история.